Одесская мэрия создает видимость борьбы с незаконными стройками. Юридический департамент вдруг заметил строительство высотного жилого комплекса на Лидерсовском бульваре. Обращение с требованием проверки документов застройщика направят в офис противодействия рейдерству. Строительство на месте теннисных кортов по Лидерсовскому бульвару ведется как минимум полгода. Информационного счета на заборе нет. Попытка застройщика скрыть истинное предназначение объекта вызывает сомнения в законности проведения работ. Градостроительные условия и ограничения на разработку плана территории двух участков по Лидерсовскому бульвару получены для строительства гостиницы с тетом обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом предоставления первой медицинской помощи и реабилитационным центром. На деле компании «Спортсервис» и «Лидер Парк» собираются по строить на месте теннисных кортов 6 семиэтажных корпусов на 216 квартир с коммерческими помещениями и подземным паркингом. На сайте застройщика «Одесса Бут» уже предлагают купить квартиры в жилом комплексе. Строительство намечено закончить через 2 года. Местные жители и общественники еще в августе протестовали против строительства. В связи с полным бездействием правоохранительной системы, подачи иска в суд с запретом проведения каких-либо подготовительных и строительных работ до вынесения решения суда. Даже не имея всей документации, которую необходимо иметь до начала строительства, уже продаются квартиры. По моему мнению, это обычное мошенничество. Тот земельный участок, на который мы в том числе получили всю документацию, граничит с действующим моргом 3-й городской больницы. И это вообще не влазит ни в какие санитарные нормы, потому что ближе 300 метров невозможно ничего строить ближе к существующим или действовавшим ранее моргам. Одесская организация «Парки Национальный корпус» снесла забор на строительной площадке, но городская власть не спешила защищать права одесситов. После обращения горожан началось расследование. Выяснилось, что при передаче земли в аренду и дальнейшей регистрации было незаконно изменено целевое предназначение участка. В феврале по требованию следствия суд принял решение о прекращении строительства до окончания расследования, но работы продолжаются. После того, как офис противодействия рейдерству проведет проверку, городской совет сможет пожаловаться на застройщика Министерства юстиции. А пока будет продолжаться бюрократическая волокита, дом построят. У мэрии есть возможность заблокировать самовольную стройку силами муниципальной стражи, призвать на помощь полицию, обратиться к губернатору как представителю государственной власти. Но с самого начала чиновники потворствуют застройщику. Создается видимость защиты интересов горожан.